В Нижневартовске сегодня спустили на воду катер специального назначения. «Альянс» – небольшое судно, разработанное специально для МЧС. У новой лодки суперсовременная начинка. Она позволит патрулировать городскую акваторию и протоки Оби, а также участвовать в спасательных операциях. На борту есть тепловизоры, которые значительно облегчают поиск людей в воде в темное время суток. Катер устойчив на волнах, что немаловажно в условиях северного климата, и способен развивать скорость до 70 км в час. Судно такого же проекта успешно себя зарекомендовали. Несколько лет они несут службу в подразделениях МЧС в соседних регионах. Первое мое впечатление – катер прекрасно себя ведет, в управлении очень легок, потому что у него стоит гидравлическое управление таким большим мотором, который присутствует на нем. Очень удобен, есть очень много систем.